Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо, полегче, парень, полегче. Блин, страшно, выходи. Я должен тебя найти. А! Я чуть не наложил в штаны. Тебя поздравляю, могу вручить тебе медаль. Получай от меня вот такой нож, а ты получаешь поощрительный приз на это тебе сладости, короче. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я, Джуза, вместе со своими подписчиками поиграю в Murder Mystery 2 на своем вип-сервере. Правда, играть со мной захотели сегодня почему-то два человека. Вы все пишете: Джуза, давай поиграем в Murder Mystery. Ну где вы, где? Вот смотри, два человека. Раз, два, и я третий. Остальные не захотели, но мы отправимся так, будем дуэлиться. Сколько есть, столько есть. Если что, ссылка на Дискорд в описании, присоединяйся к нам. Тогда ты сможешь поиграть вместе со мной на моей випке. Ну что, пацаны, погнали, погнали. Будем карту, наверное, выбирать. Я включаю. Там, если что, ребята подтянутся сами по себе. Будут подтягиваться радостные, довольные, а мы будем с вами дуэлиться. Какую карту? Давай, 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 давай. Наверное, вот это пойдем. Страшно? Чё страшно-то? Чего ты боишься, а? Ты где, ты куда делся вообще? Испарился. 33%. Опа, очки, опа, опа. Я никогда не играл мюрдер. Теперь ты будешь мюрдер или шерифом. А я не знаю, кто я. Я даже не могу сказать. Потому что... Ой-ой-ой-ой, не надо, не подходите ко мне. Я мирный, хороший, мирный. Вы там деритесь между собой, я здесь потусуюсь, как бы, мне норм. Я буду выживать максимально долго, проживу длительную счастливую жизнь в одиночестве, где-нибудь в канализации, в туннеле, в вентиляции. А где бегаете-то? Вы что там, подружились, говорите, что ли, против меня? Где вы? Куда? Где? Я здесь потерялся. Слишком большая карта. Еще бы знать эту карту. Да ты что? Надо смотреть все мои видосы, и тогда ты будешь знать все от начала до конца. Не, я реально вас потерял. Вы где? Потерялись, что ли? Заблудились? Я бегаю один. Ребят, вы где? Не, реально, короче, я здесь посижу, буду сидеть и ждать, пока вы там отыграете. А где монетки, кстати? А, монетки на вип-сервер нельзя, наверное, собирать. Опа, вот так вот. Ничего себе ты его нашел. А, Илья был убийцей, да? Не зря я тебя прогнал в самом начале. Все, обидка. Ну, может быть, в следующий раз я буду. Можно, кстати, знаете, считать, типа, кто у кого какие очки будут. У тебя вот какое очко? Нормальное, нет? Вон звездочка. А, нет, это я думаю, у тебя очко. Оказывается, это у тебя со шляпки звездочки. Че, давай, биолаб. Погнали в новую карту, будем там радоваться. Ну, короче, Илья, ты проиграл. У тебя твое очко потеряно. И оно переходит вот этому молодому человеку. Можно подсчитывать, реально, будем подсчитывать. А потом, кто победил, тот получит нож в спину, и все. О, игра началась. Давай, кто, где? О, здравствуйте, молодые люди. Все очень страшно. Вот, кстати, это вам не дуэль. Если была бы дуэль, я бы сразу знал то, что кто есть кто. Кто убийца, а кто шериф. Потому что, ну, 50 на 50, а здесь 33%, я могу случайно промахнуться и убить мирного гражданина. Да? Могу? А, я застрял. Да как, что, я потолстел, что ли? Во, нормально, все, бежим. Бежим. Сейчас я опять вас буду искать полдня, да, на этой карте? Что за люди в капсулах? Это твои клоны. Они производят тебя, главных администраторов Дискорд-сервера. Опа, тихо. Ой. Ну, не знаю. А ты где, кстати? Если ты в капсулах... Где капсула находится? Я что-то не помню. Где-то капсула вроде бы в этой стороне. А тебе все скажи, а это я сам все разгадаю. Я сам все прощупаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я где-то здесь. Ты что, спрятался, что ли? Кто не спрятался, я не виноват. Кстати, мы можем вообще замутить прятки, короче. О, здравствуй. Ты виновник происшествия? А ну иди сюда. Да, ты второй раз был убийцей. Лол, что? Ты второй раз был убийцей. Да кого? Да ты спалился своим поведением. Ты слишком был такой загадочный. Тебе нужно больше раскрепоститься в этой жизни.
Тогда тебя не будут люди принимать за убийцу, и ты сможешь спокойно гулять на улице, и тебя никогда не арестуют полицейские. Я новичок, тебе прости. А нет, какой ты новичок, ты профессионал. Вот сейчас посмотрю тебя, видишь, у тебя 15 уровень мастерства. Так что ты нифига не новичок, ты здесь играл миллион лет. Че, какая карта будет, рандомная? Ну, что я могу вам сказать, молодые люди, счастья вам, совет да любовь, а я пошел отсюда, потому что я знаю, что я ни в чем не виноват. Я здесь прячусь, короче, и буду сидеть. Ой-ой-ой, меня спалили, нет? Ты меня спалил? Нет, вроде не спалил все. О, хорошо. Или нехорошо, подожди. Вы там не сразились. Вот оно как произошло все. А я-то не догадался, что так может быть. Оказывается, все может быть в этой жизни. Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо, полегче, парень, полегче. Полегче, я испугался твоего крыла волосатого, тихо. Хватит прыгать передо мной. Уходи, перезаряжайся. Давай. Да нет, блин. Чё такое? Куда пропал мой скилл? А ну иди сюда. Ты откуда выйдешь? Ага, ты... О, какой, блин, попрыгучий. Сложно попасть по прыгающей цели. Сейчас мы подгадаем момент. Раз, два. Сейчас он мне нож кинет, и конец будет. Кобзда человечеству. Да что такое? Блин! Да, над головой пролетел снаряд. Ща, иди сюда. Сюда подходи. Сюда идешь. Идешь? Где ты? Где? Блин, страшно, выходи! Выходи! Я должен тебя найти. Ты как в меня попал вообще? Откуда ты кинул? Что это? Я чуть не наложил в штаны. Ты сквозь стену нож кинул, что ли? Я не понимаю, что за читерство средь белого дня? Нет. Нет, Игорь, ответ, понимаешь? Кто-то нуб. Сам ты нуб, слушай, 16-й левел. Чё говорит то, что ничего не может. Ну давай следующую карту, пойдем в банк. Я вас буду там проверять всех на пикалке. Будете у меня пищать, как щенятки. Ну, что я могу сказать? В этот раз все будет иначе. А ну иди сюда, кто, где, куда вы убежали? Здесь есть сканер. Ты должен доказать свою невиновность, кто бы ты ни был. Иди сюда. Ага, все, больше не надо ничего доказывать, я сам все понял. Сам догадался. А, кстати, откуда? А, да. Опять, значит, крылатый мексиканец. Я зову тебя на танец. Иди сюда. Где? Куда ты спрятался? Ты же где-то здесь был. Ты был где-то здесь. Ты что там делаешь, блин? Это же страх божий. Он по-любому видит сквозь стены. По-любому, я знаю его. 33%. Никого не видать. А, вот крылатого я вижу. А где у нас другой профессиональный игрок, киберспортсмен? Ой, кто? Кто стреляет? А, ты в меня стреляешь, что ли? А ты уверен, что это я, убийца? Ты абсолютно в этом уверен? Да, смотри, стреляет прям вообще. Не боится, ни капельки. Абсолютно уверенность в себе. Здравствуй. Тогда мы с тобой будем дуэлиться. Вот так вот. Вот я тебя подловил. Это месть. Наконец-то я отомстил. А чё у меня нож не летает? Здравствуйте. А что, здесь можно юзать кнопку, да? Мы тебя сканируем. Все, сейчас отсканируем. И что ты? Ты мирный, значит, где-то есть шериф. Ну, давай я встану сюда. Ты меня сканируй. Сканируешь? Получилось? Не получилось, похоже. Сейчас по всей карте Илью искать, а он где-то спрятался, да? Кто не спрятался, тот... Не знаю даже кто... Ты где? Давай, выходи. Хватит прятаться. Беги, сражайся, дерись за честь, справедливость. Но я тебя не найду по этой карте. А ну, выходи. Не мои проблемы. В смысле не твои проблемы? Это напрямую твои. Ты должен. Ты сражаться должен. Знаешь, как настоящий мужчина в самом рассвете сил. Ты прячешься. Прячешься. Да, ну, выходи. Покажи свою мощь. 10 тысяч лет, проведенных в заточении.
Как мне тебя найти? У меня есть мало времени, мало, 2 минуты, а ты сидишь, спрятался. У тебя есть пистолет, черный пистолет, которым ты можешь защитить себя и своих близких в трудный момент. Ладно, и где он? Он здесь, видишь? Совсем близок, совсем близко. Воу! Давай, ты взял пистолет? Молодец. Или не взял? Нет, ты не взял пистолет. Ты был так близок, но ты не решился. Опа, нож поймал? Поймал. Хорошо. Но ты был рядом с пистолетом, ты мог его собрать. И все бы поменялось в одночасье. Ну что, ребятки, как ваши дела, как самочувствие? Карта здесь не очень располагает к свободу действия. Так что я, пожалуй, куда-нибудь убегу, потому что я... Ай-яй-яй-яй-яй. Я нашел кое-кого. Но он не знает, что я его нашел. Или знает? Не знает? Ничего не знает. Я спрятался. Все. Не палюсь, короче. Я буду... Ай-яй-яй, ясные дни. Не убивайте меня. Я хочу жить. Ты как вообще меня? Ты услышал меня, что ли? Тихо-тихо-тихо-тихо. Нет, ты чё такой быстрый, а? Ты чё такой дерзкий? Поймал. Вот засранец. А какой ля... У тебя чё, хаст куплен, что ли? Ты чё такой быстрый? Я не понимаю. Ну что, теперь началось самое-самое жесткое сражение. Самые два профессиональных игрока сражаются друг против друга. Это настоящая дуэль. Они отсеяли самого главного нуба. И теперь им никто не помешает. Давай, шериф против убийцы. Профессиональный убийца, у которого куплен хаст, и он бегает как суперсоник ежик. У него даже цвет похожий. И космический дракон, демон 66 ГГФД. Он профессионально выискивает игрока, и сейчас в скором времени произойдет столкновение, и тогда все карты раскроются. И мы узнаем, кто же из них окажется сильнее всех. Ой, там мой трупик лежит. Но ничего страшного, он уже больше никак не влияет на ситуацию. Давайте, ребята, покажите свое мастерство. Ясно, понятно, я даже не успел ничего увидеть, как демон 66... ГГФД уничтожил в мгновение ока самого опасного убийцу в Murder Mystery. Это произошло в мгновение. Даже я, который наблюдал за ситуацией, не мог ничего увидеть. Это было так быстро. Я тебя поздравляю, могу вручить тебе медаль какую-нибудь. Сейчас я тебе даже что-нибудь дам. Вот трейд. Получай. Получай от меня вот такой нож. Ты заслужил подарок. Это именной нож фамильной династии Будзянь. Давай, получай его. Все, молодец. А ты у нас, Илья, получаешь поощрительный приз. Держи. Вот, на, это тебе сладости, короче. Теперь жизнь твоя будет сладка, как никогда. Все, поздравляю. Я вас всех наградил. И все испарились в мгновение ока. Стоило вот дать подарочки, они все убежали куда-то. Да вы убежали-то. Сразитесь со мной, потому что я убийца. Ну, давай, я оставлю на улице. Кто против меня выйдет? Где? Самый опасный шериф на свете. Ну что, иди сюда. Самый быстрый шериф. Будем с тобой дуэлиться. Один на один. Кто кого? Самая опасная игра. Оп-оп-оп. Уклоняемся. Ой-ой-ой-ой-ой. Опа. Ну что, ты проиграл или нет? Ай. Ну все, ты проиграл, кажется. Да, ты проиграл. -1. Я победил самого опасного шерифа. Забирай пистолет. Давай с тобой сразимся 1-1. Забирай. Ну, куда ты убежал? Куда ты убежал? Иди сюда. Вот, все, ты взял пистолет? Вот, бери пистолет. Вот он здесь. Видишь? Вот он. Я смотрю на него. Вот. Все, молодец. Теперь наша дуэль будет честна. Давай сражаться. И что, ты опять исчез, что ли? Я думал, ты со мной сразишься, как настоящий мужчина. Но нет, ты куда-то убежал. Я на улице стою, давай, иди сюда. Я же тебя не успею порезать, покромсать. А, во, давай, 10 секунд, решающие 10 секунд. Давай, оп. Кто кого? Ты меня убил. В последнюю секунду ты меня прикончил. Да ладно, как такое возможно? Я же... Уже увидел, как ножик пронзил тебя. Лучший шериф на западе. Нет, не на западе. На западе вот этот космический крылатый.
А ты на Востоке. Во, я придумал. Ты самый лучший шериф на Востоке. И на этом все, дорогие друзья. Если вам такой формат нравится и вы хотите поиграть вместе со мной в Roblox, в том числе Murder Mystery, обязательно пишите об этом в комментариях, ставьте лайки, добавляйтесь в Discord. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.